Всем привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я буду играть в Майнкрафт. Буду достраивать свой деревянный дом. Ну, он будет самый красивый. Еще сделаю в третьем этаже. Ну, бассейн там будет. Ну, что, погнали строить. Блин, все. Сейчас третий этаж достроим. Тут у нас будет бассейн большой такой. Вот, я не хотела бы так и сделать, наверх, ну, так тоже красиво, но не хотела, я хотела вот так вырыть немного, ну, покопать, отсюда сделать, но я увидела, что отсюда вообще не получится так сделать, ну, и так решил, что будет у меня такой стеклянный. Thank you.
сделаем. Вот пока мы будем делать. Еще нам нужно сделать ступеньки, чтобы ну, не ходить. Давайте вот так сделаем лестницу. А, не, деревянную делаем, чтобы, ну, так сложно было. Вот так получилось у нас. Сейчас надо все, ура! Нет, это дождя. Ну все, давайте строить. Это второй этаж, это третий этаж. Бассейн будет. Вот наш бассейн. Сейчас мы давайте зальем водичку туда. Водичку туда зальем. Блин, где тут вода? Сейчас надо найти. Блин, где они? Я быстренько найдем. Чё, где они? А, давайте в поисковике. Water. Water. А как он называется тогда? Блин, у меня клавиатура сейчас на английском. Я сейчас не могу изменить. Сейчас быстренько найдем. Ну, тут есть... Блин, а вот она, ведро воды. Ведро водички. Давайте зальем.
Вот так. Как упался, и все. А, давайте еще оградим. Оградить тоже надо же. А, это забор. Дом получается для человека, это уже какой-то отель будет у нас. Так, мы сделали. Сейчас надо нам музыку проигрывать, чтобы слушали нас музыки, гости. Так. Так, вот так, все. Почти красиво. Что нам нужно сделать? Стулья. А, стулья из этого сделаем. А что нам нужно? Коричневый ковер. Чтобы вот так мы сделаем. Посмотрите. Раз. Вот такой у нас большой будет, чтобы все уместились. Ну вот так оградили, чтобы там никто не упал. Вот так получился. Ну, еще что можно сюда добавить? Ну, все может быть. Давайте печку, чтобы мы могли тут наверху готовить, а то, ну, могли готовить, чтобы вместе вышли. Вот первым тоже. Там кухня надо быть. Вот так. Ну, вообще один не хватит, наверное. Не надо столько. Сейчас надо сундуки, чтобы мы могли поставить там свои вещички, полотенчики, чтобы мы смогли купаться в бассейне. Вот так. Мы можем еще сделать такие, сейчас где они? Как они называются? Факель? Факель не надо. Вот фонарик. Сейчас загружается. Фонарик нам нужен. Нормально. Вот так фонарь сюда ставим. И вот сюда. Вот так. Почти красивый дом получается. Вот мне нравится, честно. Смотрите сами. Как-то отель получился. Вот такой красивенький домик. Вот сейчас посмотрите, как она выглядит. Заходим. Тут можно свои. Тут можно сделать такую раздевалочку. Мини-раздевалку. А, я понял. Раздевалку можно тут сделать. И я видел такую раздевалку. Да, так. Бывает. Сейчас. Стекло. Стекло. Хорошо. Будем так называть. Будем так называть его. Ну вот так получилось у нас. Вот еще красиво. Ну и так, сюда свои вещички можно взять, а тут сидеть будет, ну как они называются-то, которые сидят там, актеры что ли, не, актеры это другое. Так, это. Так, и...
вещички у нас будут храниться не в сундуках, а в шалкерах. А, вот они. Шалкеры. Белые шалкеры нам нужны. Вот так поставить, чтобы они открывали. А вот так, да. Сколько мест там есть? Ну, нормально. Для этого отеля. Вот так. Почти красиво. Сейчас нам надо сделать... То есть так оно надо, но печку можно сделать, это как бы, эта печка будет в виде у нас этого, микроналовки. А, ничего, я поставлю. Можно поставить, а не, это будет у нас. Тут будет еще такой столик, чтобы потушить. Вот это не будет у нас кухни уже. Кухня давайте сделаем на втором. Ну, это не как кухня будет называться, а это как там ресторан. Я думаю, ресторан будет. Я думаю, сначала нам... Я думаю, это еще будет дом для одного человека. Вот это маленькое, это как там холодильник маленький. Или вот так можно писать. Все. Все готово. А сейчас нам нужно застелить. Ну, каким цветом? Давайте желтым. Желтым. У нас уже вечереет, наверное. А, да, вечереет. Ну, это будет такая... Ну, тут будут люди сидеть или что-то будет. Ну, как вам объяснить там? Давайте тут тоже большой столик сделаем. Тут будут люди сидеть. И, ну, что-то разговаривать. Что-то. Ну, гостиная пусть будет. Это вместе с диваном. Ну, это, ну, такие дубинки поставили. Это будет у нас такой большой диван. Ну, чтобы пообщаться там с другими. Мне еще один план придумала. Можно сделать такую. Ну, переговоровку такую. Или-то давайте не надо. Зачем? Не надо. Нет, отсюда не надо, только до отсюда. И вот отсюда. Дверь у нас не тут будет уже. В другом месте. Вот давайте вот тут посерединке. Вот. Так. У нас такой большой будет, чтобы ну, люди могли нормально входить там. И ну, представим, что такое. Там у нас в этом отеле будет такой вот какой-то жирный человек. Например, толстый. Ну, чтобы удобно было ему вылезть. Да. Сейчас нам нужен факел. Факел. Сюда ставим факел. Такой большой столик. У меня был лент, чтобы сделать по-другому, но пусть это будет в виде стола большого. Ну, давайте узнать, что тут будет. Тут пусть будет. Ну, пока я не знаю, что тут будет, я пока подумаю еще. Ну, наверное, третий час тоже будет, чтобы все красиво сделать. Ну, вот такой у нас в этом часе получился такой ну, красивый бассейн сделать. И такие, ну, я думаю, вот так получился у нас дом. Ну, пока еще это не дом не достроено, но и она достроена уже. Но внутри там, ну, там всякие
предметы еще не положены. Да, давайте музыку послушаем какую-нибудь. Где диски тут? Или как они по-другому называются? Давайте поищем так быстренько. А, давайте тут есть одно страшное. Послушай, не самое нормальное. Не страшно. Давайте положим. Что, закончилось все? Такая странная музыка была. Можно наверх поставить? Ой, что мы сделали? Мне не клетки, как сейчас найти его. Поигрывайте, ты чего? Вот, такой у нас дом получился. Я думаю, красивый. Вот. Ну, мы еще второй этаж посмотрим. Первый этаж тоже посмотрим, что там еще добавится хорошего. Но. Ну, третий этаж полностью готов. Я так думаю. Ну, тут ничего не красиво. Я думаю, уже. Ну, на третьем этаже не надо ничего добавлять. Ну, так. Второй и первый еще надо поработать. Не, что так я вот так делаю, дом такой по-другому становится. Ну вот, такой у нас ролик получился сегодня. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.